Всем здравствуйте. Реквест от Этхэла. Всем здравствуйте. Так, ну теперь мне уже точно больше ничего не должно мешать. Ха тоже. Ну, Ха там что-то писал, что не совсем. Я, честно, не знаю, как так получилось. Все, мне кажется, бот у нас немного тупит, поэтому я оставил анонс вручную. Так, всем привет. Давно не играл в ретро. Примерно неделю. Сыграем же сейчас. Ага, я забыл включить. Привет, Рейзер, привет, Зенон, привет, Этхэл и привет, Никита Андрушкевич. Так, все, картинка есть. Вот такая игра на японском компьютере, которую у нас мало кто знает, но энтузиасты знают эту платформу. Таким образом, что она по мощности практически как аркадный автомат. Было много портов с аркады, но были также свои собственные игры, и это одна из них. Четыре пункта меню, новая игра, загрузить игру. Здесь можно настройки поменять, выбрать. Одна из особенностей этого японского компьютера заключается в том, что можно выбрать звуковой чип встроенный, либо какой-нибудь MIDI-чип. Поскольку квест это, мне вот интересно, что бы ты порекомендовал. Четвертый пункт меню я уже не помню. Просто напишут какой-то текст и все. Так, ну, наверное, задержка довольно высокая. А может быть, мой вопрос не услышали? Ладно. В принципе, MIDI посочнее, если, конечно, у тебя настроено. У меня эмулятор XM6 Type-G. И я без понятия, как его настраивать. Разумеется. Ну, давайте тогда со стандартным звуком поиграем. В принципе, меня стандартный звук и в Кастлевании на шарпе устраивал более чем. И тут, по-моему, музыка тоже неплохая. Ага. Неужели у меня не вставлена вторая дискета? Одна из тех платформ, где есть два дисковода. Можно обе дискеты одновременно вставить. Игра, к сожалению, на японском без перевода, поэтому остается только догадываться, о чем будет речь. Главная героиня читает книжку, врывается какой-то дедок. Хотя бы какой-то примерный сюжет ты можешь предоставить? Или вообще нет? Только догадываться, что идем злодеев громить магией.
Можно очередной непутевую ученицу черней предбив. Игра 93-го года. Не знаю, встроенный чип шарпа мне очень нравится, музыкально. Музыка очень классно звучит. В всяком случае, в Кастлеване или в Чоренше просто балдеть. Так, нам, видимо, какое-то поручение дают. Пойдем навстречу приключениям. Можем швыряться магией. Вставать. Звездочки вперед, назад. Вверх, вниз. Что ж, я успел увидеть. Магия есть. Можем заряжать волшебную палочку, как в Мегамене. Если зарядить до конца, то и затратится магия. Всем настанет хана. Вообще можно вперед. Я совсем немного, буквально минуту побродил, узнал, что это сундучок, что есть предметы, которые можно использовать вот в этом меню. Карта еще есть. И я так понимаю, еще двоих персонажей нужно открыть. Так, музыка, звуки, надеюсь, ничего не заглушает, вроде как настраивал. Всякое может быть. Как-то даже больше уже нечего сказать, просто броним вперед, но надеюсь, что дойдем скоро. Раз тут и сохранили, наверняка игра не самая короткая. Еще один случай. Уже предметом. Тут написано, вот этот предмет восполняет магию, этот предмет восполняет хп. Благо, оба обозначения на английском. Как японцы любят делать. Высоко можно прыгать? Или низко, или высоко? Куда ты дошел? Девочка в синем шаре. О, босс. Первый босс, отлично. Сейчас движуха будет. Ё. Может, магию попробовать кастануть сразу? Показать, как она выглядит. Ох, ё. Можно всю ману слить в пустую, надо не попасть на бок.
Что, спасибо, полезно знать. Зеленая и красная девочка. С зелеными глазами, волосами, красными глазами, волосами. Какие похожи вообще. Маленькая плюс. О, сохранение. Все, сохранился? Да, кажется, да. Let's go, go! Можно как-то было зеленый персонаж выбрать. Ладно, погнали дальше. Что она делает, прочитать? Загадка. Называется «Нажми рычаг». Так, что-то хочу посмотреть. Ага, но вверх. Но вроде ничего не поменялось. Но рычаг я все-таки вниз оставил. Где-то в другом месте что-то делается. Слаймы. Просто ворота где-то открывает. Понятно. Все слева поисследовать, тогда справа попробуем. Бомбы оставляем в качестве призов. Ух, нифига себе. Ну чё, я могу спрыгнуть? Могу. А, привет, Женя. Не знаю. Может быть, наверное, вряд ли. Привет, Мир. Я сегодня буквально полчаса поиграл в этот Map Unlimited. Нашел для себя новый маршрут и буду его уже во вторник вместе с ним играть. Что, стал сушка на экране? Вот. Главная героиня игры. Маг. Я не знаю, что еще сказать. Сколько все на японском, я сам понятия не имею, зачем все это происходит. Беру, вскрываю сундуки. Мне надо уже 150 таких предметов, если они накапливаются. Или нет? Куда бы мне теперь пойти?
какое-то еще здание есть. Жалко, язык японский. Ну да, это проблема многих. Весьма интересно. Далеко не все из них переводят. Так, а эта дверь закрыта. Здесь тоже закрыто. Всем дверям надо попрятать. О, могу бегать. Еще какую-то сумму. А не бейте меня. Банк. Прикольно, даже так могу... Посмотрите, посмотрите, как классно тень делится. Блин, офигеть. Вообще супер графон. Так. Да, я просто так не попаду. Прокачка хп. Вот он. Куда я попал? Че, ты отвечал пароль? А вот на андроиде, если тебе не нравится приложение, как его обновили ужасно, можно взять и поставить предыдущую версию. Вот. Так, куда бы пойти теперь? Теперь уже непонятно куда идти. Чаты я читаю, в принципе, весь. Просто сообщения не так часто появляются. Ага. Ага, понял. Надо отсюда прыгнуть сюда, чтобы взять этот сундук. Я вообще туда могу допрыгнуть? Возможно, в принципе. Оп! Возможно. Очень жаль. Значит, надо все исследовать еще один раз, чтобы я что-то пропустил. Слева, наверное, ничего не открывается. Очень жаль, если испортили. Не знаю, я не пробовал.
Да! Что за минное поле? Значит, только здесь заходить и дальше искать. Здесь ничего нет. Таблички? Мне кажется, сюда не заходил еще. Не заходил, кстати. Значит, это не все еще исследовал. Значит, что я еще не все исследовал. Эта дверь еще закрыта. Здесь я просто спрыгнул. Я думаю, может здесь что-то спрятано. Карта еще такая. Ну, кстати, сейчас попробую таблички посчитать, может быть, действительно триггер. А я их уже читал, кстати. Игра, в которой второй уровень уже заставляет всерьез так... заниматься перебором всего подряд на самой маленькой карте. Ай, куда я упал? Я уже заходил. Да, здесь еще капушин вниз. Где я уже был, там рычаг опущен вниз. Там просто сундук. Здесь ничего не смотрел. Здесь ничего нет. Не знаю, слева направо все перебирать. Хотя вроде бы я так уже летел. Зайдем еще раз сюда. Рычаг вниз. О! Оказывается, тут проход все-таки открылся. Мы продвигаемся, ура! Ставится за каждой могилой и что-то читает, что-то говорит. Вообще какой-то длинный текст. А слева что? То же самое. Может, какой-то секрет там есть? Тысяч метров. Что-то взял? Да, я что-то взял. Смотрите, что-то взял. Я тут спрашивал, что какой-то секрет. В
Какой-то предмет я подобрал. Ух ты, блин. Там магия на тебя. На тебе еще магия. Все. Носку. Ох ты. Маскируется. Прикольный эффект. Кстати, похоже, Мегамэнни Иксе был. Миллиона. Ура! Я думаю, еще одно персонажа спасли. Кольцо, ХП повысили. Да, сохраняйся. А, вот оно как работает. Супер мудреная технология выбора персонажей. Мне интересно другой персонаж сейчас попробую. Ну, смотрите, какой я помню. Давайте попробуем другого персонажа. О! Вот это крутая атака. Вообще класс. Правда, вот есть минус в этой игре, что персонажи не умеют по диагонали стрелять. Но, в принципе, этот персонаж сам по себе стреляет по диагонали, так что такой себе минус. Вопрос, куда я иду вообще? Ну, знаю, так что-то есть. Ничего, ничего нету. О! Ну, тут что? Хлеб! Банка. Еще сундук. Ты лично так кормят? Сейф-спот. Предмет, который является банкой. Это не Мегамэн. Оп.
Обычно все эти бронированные враги с щитами закрываются тем самым щитом, но вот они такие безобидные. Забрал. Я думаю, слева должно что-то. Мне нравится вот эта атака сзади. Не атака сзади, а атака назад. Ну как бы хватает игр, в которых ты берешь и занимаешься спасением персонажа, потом ими всеми играешь. Ну, Баги Хейр, например, и потом. Это называлось на Нессе. Уфория. Да? Я думаю, таких игр немало. Кстати, еще магию не смотрел, если буду глянуть. А тут как раз босс для этого. Так, магию еще надо суметь зарядить. О! Ну как сказать, маны не закидает. Какой-то урон я ему хороший нанес. Если, по крайней мере, мне так кажется. Отлично. Еще одна красноволосая, только волосы чуть-чуть другого оттенка цвета. Вот тот самый вулкан из кофейных зерен, как говорил мне. Пойдем грабить зерна. Новый персонаж, еее. Почему-то второй уровень пока был самый закрытый. Так, ну стоп, другой персонаж. Фаерболы, взрывающиеся. Как это будешь? Что это видно вообще сейчас? Я не понимаю. Мне кажется, ты ее отломал. Ой, это ланта. Меня умственно отсталось. Добрый вечер. Так, стой. Все, тебе с тобой здороваются. Так, фаербол. И сразу интересно, тут же мне будут много магии давать, поэтому мне интересно посмотреть ее сразу же.
Ловите все. Приготовим забор. Прыжки оно еще и по дубе летает. Я говорю, вулкан из кофейных зерен, а это, видимо, кофе. Этот взрыв, он еще побольше, но неплохо так урон наносит. Ура, снова баночка. Она маг. Ее можно назвать Малис. Как и старая программа о видеоиграх, новая реальность. Я в детстве, по-моему, не смотрел эту передачу. Ну, начнем с того, что когда она была? Когда мне было 4 года? Что я мог тогда понять? А этот вот персонаж как будет называть? О! Все, я взорвал этот муж. И сумков нет, да? Ну, новая... Ух ты! Сначала показалось, что это краб, но это дракон. Да, это все-таки дракон. Сыграем. Может быть, другой персонаж мощнее? А, вот, кстати, вот прям хороший плюс, потому что эти фаерболы я могу летать. Прям серьезно. Еще когда пытаюсь
сверху снизу закидывает. Хотя бы просто хп не могу отнять, и все. Мы не очень реалистичны, когда после падения в яму. Можно упасть в яму, это достаточно. Вообще она будет опять красная, что ли? Синяя. Красная, серьезно. Я видел в аниме у мальчиков глаза других размеров, поменьше. Обычно. Смотря какой, вот ты смотрел, как я вообще почти не смотрел аниме. Просто ты... я заметил, что такая закономерность бывает. Не могут стильно красный цвет волос, как у нас конечный. Зато ты персонажа не добавили, поэтому просто забудем о нем и все. Где движок? Загрузка. Дискеты. Это хотя бы дискеты, а не кассеты. Наверное, в этом эмуляторе можно их ускорить? Так, в эмуляторе под названием High Speed, да, он так называется. Гейн X68000 High Speed, но... я не знаю, как, если что-то настраивать, я не стал рисковать. Что-то ассимилировать. Че, Ренша, тут какая-то типа... Ну чё, тут чё есть вообще-то... версия. Кстати говоря, быстрые загрузки даже, в принципе, не всегда будут, потому что, например, шарковское костлевание, там же, когда запускаешь, сначала идет загрузка чуть-чуть. Черный экран, но зато очень классная музыка от этого играет. И если поставить быструю загрузку, то не успеешь ее. Ты не сможешь услышать эту музыку полностью. А вот если поставить загрузку, как она есть, то услышишь. Музыка там очень классная на загрузке. Настолько классно, что потом в доспевании видос какой-то использовали. А, шипы. Кто-нибудь что-то ждет на SGDQ в этом году? Вроде там габинеты будет много. Я для себя уже решил, что, наверное, одной из самых моих любимых рубрик является рубрика Тазбот. Традиционно упорок. Неужели больше никаких слугов? А для чего я тогда все это делал? Да, в принципе, и без этого бывают спидраны, которые интересно смотреть, но расписание я не видел. Кстати, что меня радует, некоторые спидранеры не зацикливаются на исключительно домашних консолях, а пытаются что-то аркадное проходить, причем именно на категорию 1CC, без контов. Монеты, выбивающие аркады, без контов. Вот, например, PGA так проходил аркадный Battle Golds, а там очень много контов нужно слить. А он смог это все на одном конте, еще и спидраном. Это просто здорово. Уже сегодня в один ночи будет Battle Kid. Battle Kid там мимик. Battle Kid очень сурово спидранит, я видел. Очень сурово. Там просто надо быть мастером тубопальцем, мастером таймингов.
не человеком вообще. Одни звездочки, да? Здоровье давать не хотят. Уходим. Так, куда идти? Я вас... А, вы тоже умеете прыгать. Да, опасно совсем. Дать полечиться уже. Куда-то в интересное место упали, все нормально, все правильно. Вас много, мурите. Даже умирать не забыл. Так, звездочка магия. Вообще магии надо тогда чаще пользоваться, потому что ее... И звездочку тут как раз навалом дают. Как я заметил. Но... Кнопки? Отлично. Где у меня здоровье? Вот это? Надо поставить предмет сюда. Да, все, здоровье у меня использовалось. Чего? Нет, это односторонний телефон. Соников будет Соник Сидим, ремейкнутый будет Generations и Colors. Мне главное, чтобы что-нибудь более забагованное, чтобы можно было поорать. Надо же. Это очень даже полезный предмет.
Умник. Тут еще такая интересная вещь, что чарш, который я делал, он через секунду уже отменяется. То есть, в принципе, и удобство, и неудобство. Но удобство, что это в принципе магию можно отменить, а неудобство в том, что... Неудобство, да, в том, что если ты потамик, что-то задачивал, то... отлично. И чилка. Живем. Желтый золотой сундук. Ключная нам нужна. Куда тут еще можно идти? Налево я хожу. Негатив тут, конечно, порядочный. Убейте меня. Кого? Я все огни отключил. Дали мне? О! С любовью. Вот, ничего себе. Так, я думаю, мне нужен другой персонаж. Ну чё смел прыгать, а? Куда ты будешь гореть? Мне кажется, это магия машины. Привет, Металлик! А, у меня магия все уже не прокатывает. Отлично. Хлеб спасает, выручает всегда в круглую минуту. Отлично, теперь у меня есть магия. О, у него там что-то, у него там... Ой-ой-ой! Супер нинтендовский эффект. Нинтендовский эффект, мозаик. Так, так, так. Сейчас снова.
яблоко там было. Да-да-да. Мухомор какой-то. Мне очень даже не его подбирать. Желтый. Это синий. Ладно, тут хотя бы эффект. Макс. Макс ап. И дальше увлекательное приключение. Фейл Уэлл. Сюда надо вернуться. Да, тут обозначены уже флажками локации, которые уже пройдены. Дальше мне остается сюда. Этот персонаж тоже нам не напарник. О! Что это за кольца? Хочу прочитать твою функцию. Да. It's no use. Слева внизу написано. Окей. Я позову. Здесь мимики часто не будут попадаться. Вдруг там написано какой-нибудь, не знаю. Так. X2 DMG, например. Опять боежник. Вулкан. Привет, Магулидзе. Все, он убил. Магию часто дают, и надо часто использовать. Да, не очень удачно, потому что не так хотелось. Я не особо сильно расстраиваюсь. Так, надо паутину эту как-то вывести. Соник! Там был Соник. Он сделал спиндэш для меня. Так, а ты... А я иду. Сядь чутка левее. Я так сделаю. Оп. Покажу, что кольца делал. Раз. Я пока вебку немного. Я пока на самом деле даже чай попью немного. Воу 555 приветствует. Яра приветствует всех визом по телеки. Квесло. Привет. Угу. Следующее. Thank you.
Класс, интерактив. Мне помогает перевести, что эти кольца делают. Пару минут будет готово. Отлично. Мне вспоминается, как... Мне вспоминается один стрим Mexican Runner. В чем он заключался? Он заключался в том, что вот ему выпала игра. Сука, я назад сниму. Надо вниз. Игра Banana Prince. Но поскольку мексиканец поставил для себя условие проходить только оригинальные ромы и не японские. То есть задача у него пройти все игры на NES. А Banana Prince официально выходил только в Германии. На немецком языке. И там была викторина. Вот, когда наступала эта самая викторина, что он делал? Поскольку его смотрит 500 человек, неудивительно, что среди них оказались люди, знающие немецкий язык. Он попросил помощи у одного из этих немцев, прям вот по скайпу ему. И... расшаривал по скайпу свой рабочий стол, чтобы немец... ему все это переводил, но... мексиканец хотел как бы играть сам, поэтому он ему требовал переводить вопрос, переводить ответы, но ни в коем случае не говорить, какой из них правильный. И на вопрос, на ответ на вопрос дается 10 секунд. Угар, да? По-моему, тут ничего нет. Карту бы побольше сделали. По-моему, тут ничего нет. Просто хожу кругами. Так, там ничего нет? Там есть какой-то проход наверх. Лестница. Там что? Какая-то стена крутая. По-моему, там что-то еще внизу будет. Первое кольцо атакующее. Сейчас описание будет. Вот там что-то есть. Он туда не ходил. Кнопка. Да, завтра Resident Evil 2. Все так долго ждали. Или многие. Или некоторые. Усиление атаки защиты. Вот это, да? Хорошо. Стоп. Не тот пистолет. Значит, его полезно держать. В эквипе. Я... ой, кстати, я так и не решу, на чем Resident Evil 2. Я так и не решу, на чем его... на чем в него играть. Какое издание лучше. Я как-то понял сейчас, что я не задумался об этом. Платформе. Тогда посоветую, я после этого стрима... только не PS1, только не PS1. Скажи, какое лучше, пожалуйста. Куб. Хорошо, качаю на куб, все. А, тут яма, оказывается. Тут яма. Отлично. Немножко вылечили. Там сверху слева какой-нибудь сундук. Надеюсь.
Летучие мышь. А вот там должен быть какой-то сундук. Я расстроился. Видите, я прав. На эти платформы надо падать. Да, я вижу, как они трясутся и падают. Ну, сундук. Не мимик. А ты мимик? Ты не мимик. По другую сторону эти паутины оказались. Ну, что было? Сундук красный. Отлично. Я думал, сейчас скоро босс будет. Я дам знать. Не, я прикольный. Оп, 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 надо мне атаковать летучую мышь. Очень неудобное место. А, какой-то сундук пропустил. Бревно? Нет. Пенек. Он на пенек отдал коса. Что? Ну надо как-то развлекать народ, как говорят у нас топовые эксперты в нашей конфе. Благо этот персонаж садится в принципе не умеет. Что это за тупик? О, так. Зеленый ты телепорт или что? А, это... Понятно. Я тут прыгал. Ходил ли я налево, по-моему, нет. Или да, я уже запутался. А тут легко можно себе мозги вынести. Да, тут я был. А тут я был? Тут тупик. Пенек. У нас есть пенек, у нас есть тупик. С довольно не маленькой ямой. Можно наступить на пенек и ничего не произойдет.
Нам туда наверх, нам вправо. Попрыгать там. А, да, мне показалось, что тут я не был, тут я... Тьфу, то есть, что я тут был, тут я очень даже не был. Привет, Дантес. Вот что. Тут и чё? У нас будет балансирование на веревке? Никаким балансированным не пахнет, просто зажал вниз и все. Что-то было? Нет. Опять грибок. Думаю, грибок это плохой бог. Веревка! Веревка, которая поможет мне там пройти. Отлично. Сундук. О-хо-хо. Какой-то супер платформинг. Босс! Или не босс? А, ну сейчас будет босс, сейчас девочка покажет тебе босс. Все-таки эта магия крутая. Это там. Чуть и дальность зависит от рук. Мне кажется, разработчики не рассчитывали на отпрыгательную атаку. Типа так, спрятаться, но не атаковать. Потому что, ну, с этой тактикой очень легкий босс получается. Куда ты убежал? Обиделся на мой супер тактику или новый паучан позвал? Боже, это будет новая дева. Что делать? 5 серий. Зулфайтер, нет, это не шмап. Нет. Ну привет, ничего, фантик.
О, новая девочка, надо испробовать. Вместо кого? Угу. Тебе приходится выбирать. Я думаю, прохождение. Смотри, какая классная. ЭС пишет. Я понял, это раз на раз. На топ-острове были рыжие, а тут одни блондинки. Магию надо еще пробовать. Магия! Отлично, магия, потому что мне выходится. Resident Evil 2, да, будет с эмулятором. Единственный вариант играть в Resident Evil 2 не на эмуле. По факту он тоже сводится именно к Resident Evil 2 на эмуле, потому что на PS3 эмуль PS1. И вдобавок очень паршивый. Там ужаснейший input lag, задержка там на четверть секунды как минимум. Не знаю, эмулятор с таким input lag'ом еще надо постараться поискать. А ведь и в PlayStation Store продаются еще и шмапы. Как в шмап поиграть с таким input lag'ом? Это же невозможно. А, на ПК можно играть. Но мы уже решили, что будет кубовская версия. Ух, ух. Ого. Сундуков нету? Можно так попрыгнуть. Можно так прыгнуть. Гемок с запуском. Компас. Понятно. А ну, кстати, анимировано будет даже. Но думаю, я обойдусь этим предметом. Ох, шипы, батл кил. Миллион шипов. Самый закрученный лайфбар, который ты когда-либо видел? Я, кстати, видел подобный лайфбар на самом деле. В детстве на Донди, в игре Класс Ниндзя. Причем, по-моему, там даже дважды закручивается. О, Пакман. Еще один золотой сундук, а там много открыт. Обидно, хочу знать, что там. А, вот куда он пойдет.
Загадочника. Ух ты! Это лёд! Это соты, но это ещё и лёд! И? Тут что-то есть. Или нет? Саус Парк пройден. Забываем о причине. Ну правда, забыть это невозможно. Ура! Лайфхак. Кошмар снится. Ну, вроде бы пока не начинал. Не знаю. Ац, как большую часть врагов можно вообще не стрелять, просто обходить их. Потому что они все равно редко что-то дают. Смотрите, как у классных мод. Шарк X68 при нуля это комп. Босс, кажется. Смерть! Самая настоящая. Надо смерть затоптать. Кажется, зря. Ну ладно. И переключаемся на взрывную обработку. Ну вполне себе мегакомп, если он тянет практически почти буллетхеллы. Еще реншу он взять. Там там и другие вещи были, тоже с огромным количеством пуль, которые при этом, ну, очень хорошо шли. Так, 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 меня валят вообще. Меня немного валят. Так, поставь себе тоже, во-вторых. Вот он все-таки. Спредом нужно. Спред затащит. Спред не очень тащит. Ладно, я все равно сейчас, наверное, отниму эту лечилку. От этого серпа очень трудно ворачиваться. Кстати говоря, у меня ж ведь есть еще восстанавливалка магии. Тоже полезная вещь. Умри! Во! У многих ли такой комп был? Там цена была вроде около 3к баксов, что с учетом инфляции 6к. Ну вот это действительно премиум комп. Не то, что сейчас всего лишь GeForce 1080.
Я, кстати, что-то не заметил, что дали. А нет, стоп, дали. Их так часто дают, что... Я как-то уже больше в чат смотрю и рассуждаю его шарпах. Ну-ка. Нужна еще одна дискета. Эта игра не помещается на двух дискетах, поэтому берем третью дискету. Но зато хороший индикатор о том, что мы уже прошли в пол игры. Да. Посох. Можешь посмотреть, как новая няшечка будет. Посох. Атаковать этим персонажем, конечно, не очень удобно. Надо зажимать кнопку атаки до тех пор, пока посох не долетит прямо в цель. Динозавр, дракон, скорее дракон, динозавр. В общем, тут тусовка вообще приличная. Салют. Знаете, когда вы играете, а справа прям вам в глаза бьет какой-то салют. Какие-то убитые деревья со мной разговаривают. Все. Это именно они разговаривают. Библиотека Шарпадан, такая чудовка. Библиотека попсовых консолей. 50% нек оттяпало. Ну да. Ну это, наверное, более бюджетный, потому что там 16 цветов. Что там графика, по-моему, рисуется софтварно. Карты нет, серьезно. Сотни моделей с разной ерундой. Есть 56 цветов и ускоритель.
Но игры-то делались в основном под 16 цветов и без ускорителя. Были какие-то, которые использовали 256 цветов и ускоритель? Я не знаю, тут респавнятся ли враги, если вот покидать локацию. Просто чтобы был у меня какой-нибудь ориентир. Карта нет, только запоминать. А, ненавижу запоминать. Куда идти? Где уже был, где еще нет. О! Пистолина у меня глючит. Надо у меня геймпад походу сюда. Вижу, что у меня глючит пистолина. Серьезно так. В принципе, сейчас-то мне это особо не помешает, но помешает, когда буду в Данмаке опять играть. Походу. Возможно, из-за нее я помирал все это время. И самая приятная вещь, когда жмешь вниз, и жмется на самом деле вниз вправо. Причем это происходит гораздо реже, чем на Варсапаре, но происходит. Ладно, переживем. Марку тогда буду завтракать. Послезавтра. Геймпад исследовался. О, смотри, какой гитар классный. Это босс? Гореть тебе дерево. Он бросается бомбой. Дерево из... нифига себе оно отнимает. Я ж кольцо не активировал. На самом деле мне лучше активировать вот это. Так. Урон так себе. А тут проблема с тем, что не попадаю. Теперь попадаю. А, бомбы за мной скачут. Тут интересно, кто рассказывает, что... Нет, Энчо Фати, это глючит мне крестовина. Мне кажется. Ну, потому что я вижу, вот спокойно перебегаюсь вниз, а потом внезапно начинаю двигаться вниз вправо. Магию тратить не буду. Уже немного осталось. Ну тут это пишут, что будет. Сотни модель. Так. С 2002 года была огромная библиотека написана, а обычно уж пока не было, пока винда не вышла. Причем пишет, что наш DOS не умеет в качестве иероглифы, поэтому на японских компах, в том числе на шарпе, в виде вывод специально под иероглифы.
А винда научился, японские компы сам по себе вымыли. Нафига их делать, когда готовы есть японцы, люди практичные. Я отойду буквально на 5 минут. Есть сообщение, на которое надо ответить. Мне казалось, нет. Я занята на стрим.
А, прошу прощения. Прошу прощения, я сам очень хотел вернуться, но я очень срочно понадобился. Продолжим. Я не спать пошел, никогда не ухожу спать, я хожу исключительно по вашим делам. Прошу прощения, просто хочу показать. Есть одну вещь, мы вместе поорём, это крайне специфический юмор. Меня попросили кота найти. Это похоже на кота? Я хочу убивать. Простите, я хочу убивать, но благо есть для этого игра. Благо есть для этого игра, в которой я буду убивать. Ух ты. Прикол в том, что там не кот. Шмап! Шмап с графонья! А, это перепрыгивать надо. Офигеть. Вот это графон, вот это шаг мобьет. И сразу босс? Что-то слишком алкавской босс, у него старая форма, что ли, будет? О, новая атака. А, меня скинули в яму. Там что еще есть? Я вижу. Еее. Сюжет, сюжет. Летающая девочка. Ну так, так. Там есть смайлик лапка. Смайлик сердечко, смайлик улыбка, смайлик лапка. Там замечательно, как он смысл. О, сейчас бомбанет.
Сразу две локации. Давайте тут посидим. Меня туда не пустят сейчас никак? Да, я хочу. Хочу туда попасть. Не пустят. Сейчас минуточку. Где сундук какой-нибудь? Сном пойду погулять, что сгорит пот, а то и вдруг я тоже сам. Там суть в том, что искался не код, а предмет, на котором написано код, но оказалось, что написано не код. Да, написано не код. Вот очень увлекательные предметы искать, на которых не написано код, но ты думаешь, что надо искать кота. Красные скелеты, спёрты с костлевами. Всё, он регенится. Регенишься? Да, регенится, спёрты с костлевами. Чё? Класс. Да, привет, Зеро Камикадзе, если с тобой не здоровался, бро. У меня были 15-минутные поиски, срочные, и не того, чего надо было искать. Такие пазлы с котом нужно выиграть, чтобы они были непроходимыми. Ну такие пазлы есть, знаешь, как это называется? Это называется, когда игру с японского переводят в лоб, совершая ошибки перевода и абсолютно не вникая в то, поймет ли это игрок или нет. Даже не идти. Так и забли инглиш. Змейка превращается. И глист, я не знаю. Ну, в общем, превращается в колесо. Колодец. О, куда-то упал. Так, а хп-то у меня отожрали прилично. Пока я разгадывал. Куда мне идти?
Толкнул меня, волк. Ну, кстати, там ничего нет. Ой, что-то мне это не нравится. А, поставлю. Я думаю, может еще дадут потом. И в каком-нибудь следующем сундуке. Да хватит! Так живы, волки. О, яблоко, яблоко, и еще одно. Отлично. Вы знаете, что мне нужно. Я туда не допрыгиваю. А там что? А мне не было, отлично. Становление маны. Ага, на геймпаде, если нажать одновременно атаку и прыжок, то тоже открывается меню. Если что, я это делал на клавиатуре, нажимаю кнопку Shift. А на геймпаде всего две кнопки. Тут уже был, кстати, довольно длинный лабиринт на втором уровне, но после этого пошли более линейные уровни. А, мне убить. Надо убивать. Надо убивать. Хороших девочек. Стандарт вызов меню игр шарпа. Обе кнопки одновременно. Интересно. Ты вернулся назад или нет? И тут нет как. Ну, что ж такое? Можно фарм пока на этих слаймах. Еще раз, я попадал туда или не попадал? А вот! Стоп! Так, так. Ну, видим. Дайте мне хп. Я уходил в шмапы на шаги 68-0. Я играл в порт X68-0. Игру Чернш. Ну и только. Что-то я не запрыгнул, мне кажется. Делать такой прыжок. Тут дверь закрыта, там дверь закрыта. Скелет молодец. Куда идти тогда? Вообще. С
рокер Smash. Хлеб! О, хлеб. Хлеб четкий. О, отличный секретик. Одобряю. Куда все-таки идти? Желательно, чтобы ни от кого не отгрести. Туда я нам еще не ходил. А там ничего нет. Ничего нет, это самое лучшее. Ну, это будет дурацкий лабиринт. Не может ли быть такое, что тут хотите не ходил? Наконец-то. Так, она даже немного так. Камеру, чтобы откинуться на спинку кресла, надо наслаждаться. Процессом столь же увлекательным, как установка Windows 98. Так, это что такое? Тут я как раз... Да, тут как раз переходил. Ой, я уже запутался. А хочу вот так взять. Было бы клево, если можно было. Вот я могу на эти кирпичи забраться, а выше уже не могу. Ты уже маги на фарме. Что это такое? Слева никак не допрыгнул. Тут. Тут дверь закрыта. Чуть заклинание откроешь все двери. А если пойду в самый низ, то уже все будет начало уже. Да, именно второй уровень почему-то был такой же клин. Именно он. Если что, это иду не вперед, а назад. Какой-нибудь другой путь найду. Найду.
Нечто найду. Не сомневаюсь. Стоп, у меня мысль. Достать. Значит, у нас вот такие проходы. Не мог ли один из таких пропустить? Как там Этоил говорил, топографических механизм? Я даже не знал, у игрока, у игры, у всех. Не трогай меня. Я тоже хочу, чтобы выход был бы наконец-то найден. Есть какое-то место, понятно. Это просто так? Камин просто так? Окей. Что тут не просто так? Стоп. Я до этого места не доходил. Я до этого места не дошел буквально пару пикселей и не заметил эту дверь. Какую же... Отлично. Ой, снова вниз. Ну да, конечно, дошел до босса без... Почему ты не летал босса? Что это? Что это за зеркало? Вот посмотрели на него и все. А, табличка. Ладно, еще сундук. Очки! Еще не бойся, если каждый какого-нибудь персонажа будет, у них у всех будут разные диалоги. Каждый будет высказывать свое мнение об этих найденных очках. А с помощью очков я буду видеть, что это зеркало. Мне кажется, зеркало немного изменилось. Казалось. Может, мне надо очки эти активировать? Они мне просто вайфов висят. Книга на шкафу? Да. Она взялась. Почему надо не наступить на нее, подойти к шкафу? О! А, блющит.
Вот. Как плющит-то. Оля в тумане. Кстати, ну то же самое локация находится. Куда нам тогда в этом случае идти? Назад? Этот волк кругами просто летит. Невозможно по нему попасть. Еще сундук. Это дизель. Такой слабозаметный. О, дыры там пропали, где они были, они там пропали. О, стоп. Я никуда не спускаюсь. Что за дела? А, мне тогда надо обратно возвращаться. Сизикали, блин, тут точно будет кот. Вот это мем. Там еще какая-то лестница была, или мне показалось? А вот она. Чтобы упасть. Две даже лестницы. Одна из них ведет в никуда. Тупик. А другая. Аналогично. Да зачем они? Зачем все эти лестницы, которые ведут в никуда? Зео Камикадзе говорит, ну, вот месяц назад умер. Да, упали. Я думаю, отличная идея будет пофармить КП, чтобы как мне упокоиться. Но это потом. А может, мне его не придется фармить. О, отлично, отлично. Теперь я чувствую себя немножечко спокойнее. Забываю в бит ставить кольцо. Но, пожалуйста, сейчас все-таки поставлю. Через зазекаль может пройти по лестнице с салоном Бриа. Босс! Да, нога это... Не особо-то тащит. А если не могу, а допустим, заставить все гореть. Да, так больше вот наносится, но уже все. Уже надо тащить. Да, все, капец. Так, начнем с того, что потолкнул мужчину, ладно, парень. Кривые лазеры из стакоты. Сейчас они будут. А, нет, вот. Сейчас меня грохнут, наверное. Даже.
Что делать? Что делать? Что делается? Блин! Капец! 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 Блин, ну, что ты творишь? Как от этих лазер прячется? Невозможно. Ну блин, все капец. Невозможно тут не прячется. Че, весь этот лабиринт заново? Да? А нет, нет. Разработчики хорошие люди. Можно прямо с босса начать. Отлично. Ну да ладно, будем по тактике тащить. Ладно, от всех атак невозможно увернуться, но возможно увернуться от некоторых. Буду по такой тактике действовать. Да, захотел прыгнуть и тут же выстрелить. Бафы не очень бафают. Мне кажется, вот это оружие, оно в принципе не очень мощное. Зато тем не попадаем. А если дефолтный персонаж? Я стреляю вперед, сейчас попадаю.
Отличненько. Затащили. Ничего себе, мне лайфбар подняли. Я думаю, время прилично там потратил. Да, 28 минут. Уже 11:30, надеюсь, конец скоро. Пополнился ли? Оказалось, мне не добавили персонажа, или я ошибся? Возможно, если я какого-нибудь из персонажа я упустил? Не толкать меня. Магия. Пока, Angel Fighter. Спасибо, что смотрел. Уже вернулся в начало, кажется. Ну да. Больше некуда идти. Мост, все. Это очень интересно. Там сюда что ли прыгает? Ой, действительно. Метроиды какие-то там плавают. Лифт. Лифт.
чичен, нет. А, ну что ж ты меня бьёшь, да? Злодей. Чья нога? Это магия вот этой девочки. Нога. Может быть, и в сюжете расписано, чья это нога, но... Сюжет на японском. Грипп восстанавливает магию. Я думал, он что-то вредное делает. Просто вспомню, как в одном Никетсу битэмапе грипп как раз отбирал кого-то. Прикол в том, что это битэмап, в котором... Даже не битэмап, файтинг. Не знаю, как это назвать, может быть. Что-то типа Бравла, как Супер Смэш Брос. Три кнопки надо нажать, я думаю. Где просто каждый сам себя, и кто побеждает в битве, четверо просто дерутся, и кто последний выживает, тот и выигрывает. Там с противников выпадают различные вещи, могут выпасть как усиление, так и вот этот грибок, который снимает хп. Веселый троллинг для новичка. А за что? Почему только второй? Как раз режим, где вот просто все дерутся. Где просто 4 игрока дерутся, там кажется сам себя, а в коопе. Там команда как раз. Так, вот туда я нажал. Кнопку. Так. Может, есть еще какая-то кнопка снаружи? Нет, стоп, в коопе там... Нет, погоди, там в коопе тоже можно драться с в команде. Вот два игрока дерутся против двух компьютеров. Там есть отдельно кооп и отдельно версус. Два разных режима. Ничего себе. Надеюсь, я правильно иду. Я иду то, что я хотел. Предмет? Да, ну что-то на МП. Чего-то кажется, что-то есть. Много непонятных штук у меня. Кстати, карта снова появилась. Ура. А, не бейте меня, не бейте, не бейте. Не бейте, иначе я вас сам всех расшибу. Магии хватит на всех. А там что? Куда попасть?
Тоже через лифт. В другое место пойти. Да, там еще один лифт есть. Не шуточный такой лабиринт. Оказаться. Ай. Ну, надо еще больше. Весь экран заполнили. Через вот эту штуку, что ли? Я думаю, уже всю локацию облазил. Всю ли? Кажется, всю. Что дальше искать? МП на супер. Надо попробовать, когда будет босс. Протестировать. Да? Сколько вас? Яблоки упали. То, что нужно. Так, туда наверх-то можно попасть. А, стоп, я не увидел, я, оказывается, не увидел, что можно по воде. Как раз кнопка. Я думаю, если к полуночи это не закончится, я завершу с ним все. Спать наверняка захотите. И тогда продолжу в пятницу. Вот, воскресенье. Может, вообще во вторник. Упаду. Когда я эту игру буду продолжать? Потому что мне кажется, вы все хотите спать уже. Многие могут быть, может быть. Так, а тем временем босс. Ух ты! Ух ты! Давайте посмотрим, действительно ли это... Что-то мне кажется, нога не очень. Понятно, главное, как мне попадают. Чем, откуда?
Гори! Или это Ленойс? Не похоже на то, чтобы расход магии уменьшался. Ох, нифига ж себе! Победа! Ну, я думаю, еще один уровень можно пройти. Не знаю бы точно, сколько до конца. Может быть, этим персонажем нужно как-то управлять? Ну, синие волосы. Мне не нравится, что у меня 1%. Ура! Синие волосы будут пропить сейчас. Нет. Соник! Соник, Наклз и... Ох! А что, нам отдать не будете? После статуи? Так, надо обязательно магию тест, протестить. С моноводки мощные. Думаю, вот эта атака тоже должна быть мощной. Вот, должна быть. Почему-то уверен тогда. Соник и Наклз, Наклз, Наклз. В этом в шип-чате есть Смайлик и Наклз. Магию можно часто кастовать, с другой стороны, вот эта атака, она, из-за того, что она прямая, и тяжело попадать. Но она наверняка должна быть мощной. Falcon Armor из X5. Такие облака клёвые. Залим. И тут нет карт. Thank you.
вот еще лестница. Замечательно, там только сундуки. Но он тебе сует не только сундуки, он тебе сует продвинуться по сюжету. Нужно продвинуться по сюжету. Мали, который даже все купил. Отстаньте от меня! Куда подойти? Не туда, туда! А ну что дальше? Стоп! На крышу можно забраться. Привет, Ренфокс. На основном канале Дота. Ну вот да, докатились. Раньше мы были против Доты. Раньше мы. Ну, мы. Сказать, мы. Я уже, в принципе, не на Кракене. Но тем не менее, вот раньше как-то вот. Подавляющее большинство было против Доты. Ну, может быть, даже все. Я не понимаю. Я сел, паду. Паду ли я? Куда упаду? Что происходит? Что происходит? Я очень тихий? Я очень тихий. Попробую игру потише сделать, потому что пока ты первый, кто мне сказал, что я тихий. Монет в инвентаре. Вот такая вот монета. Тоже говорит МП. Влияет на МП. Ох ты, для себя. Это щит, который тратит у меня потихоньку МП. Там справа вторая крыша. Ну, я не знаю. Короче, все, это вот... Я ушел, кирпич ушел. Научился на Кракене беспредел. Доту стримит. А, вот вторая крыша, ну офигеть. Чё я туда не полез-то? Проверить. Есть ли там вторая крыша? Она там есть. Вжух. Интересно тут, конечно, перемещение. Всё-таки это оружие поудобнее. Хорошо, что тут можно персонажа менять. А, тут у меня заваливает прям жестоко очень. Ну, счет Кракен загнулся окончательно. Я-то никуда не делся. Кирпич, правда, куда-то делся. Зараза, тут возвращается. Ладно, никакого не зараза, он очень хороший скрин, просто не проблема. Так. Дотой онлайн поднимают. Я уже знаю, там сейчас у кого, вот сейчас бушу там, вот я, честно, вот, не знаю, вот у нас уже вот началось какой-то, вот у нас раньше как-то вот сильно не задумывались над тем, что
То есть мы, конечно, хотели много зрителей. Это да. Никто с этим не спорит. Мы хотели много зрителей, да. Но мы не хотели ради этого устраивать какой-то вот полнейший беспредел. Как, например, брать, проходите без сейв-стейтами, потому что кому нафиг нужна игра на стриме, главное поржать, поматериться, что-нибудь еще такое там вот. Ладно, не будем о грустном. Ух ты! Отлично, мне снова могу вместо ноу-юза поставить. Поставлю, кажется. Почему у тебя на канале фоу алертов нет? Я не знаю, что это такое, объясни. Я не знаю, как это настроить. Я просто не знаю, как это настроить. О как! О как! Какой-то софт для этого надо ставить, не знаю. Зады! Любителей лолей. Нет, тут... О! Тут другой босс. Стреляет Да, с самонаводками. Самонаводки это прекрасно. Надо вот это персонажа ставить. Вот чтобы я не заглядывал на канал. А что? Там... Прям... Так, надо этого персонажа испробовать. Эх, я все еще могу зарядить за нее, мать. Bullet Hell! Так. Стоп. Какое кольцо? Хороший дамаг. О, вот у этого оружия очень мощный дамаг. Мне нравится. Так. Ставим кольцо. На тебе. Через этот сервис? Я не знаю, вот как-то вот... Неужели это прям что-то важное такое? Мне вот как-то вот, когда я посещаю чужие стримы, мне было абсолютно плевать, появится ли какая-нибудь штука, которая напишет: «О, я подписался!» Как-то всегда было плевать. Я, конечно, благодарен, если на меня кто-то подписывается, но если действительно какая-то важная прям штука, я могу поставить, но как-то вот я никогда не задумывался над этим. Будет смотреться профессиональнее и зрителям приятно. Раньше у людей даже чата не было на стримах, но всем было классно. Вот кому из зрителей, вот пока ты первый, вот у меня 220 подписчиков, и пока я впервые вижу просьбу сделать так, чтобы... Это типа вариант потешить свое самолюбие в плане: «О, этот мой ник на стриме».
Мой опыт показывает, что зрители, которых действительно это волнует, их гораздо меньше волнует мой стрим, чем тех, кто подписался на меня, чтобы именно меня посмотреть. Может быть, я не прав. Я с удовольствием выслушаю вас. Привет, Аватар Пауэр. Ну, раз я быстро прошел этот уровень, давайте попробуем еще один. Ну. А вдруг это предпоследний? Зеро Камикадзе пытается троллить. О, кстати, подписался, чтобы четверку подписался в ответ, или я отпишусь. У меня все 6 девочек. Давайте попробуем вот эту. Зеленоволосый меч. Let's go. Я думаю, мы совсем близко к концу. Хдыш, хдыш, хдыш. Кольцко-то... Мастер Спарк! Ты пропустил, могу показать еще раз. Покажу Мастер Спарк на ком-нибудь. О, еще можно канцелить пулю. Да, сейчас. Прикольно. Прямо из меча. Эд, говоришь, вот это предпоследний все-таки уровень? Я нашел шаги. Так, тонем. Не надо так сильно тонуть. Развитие сюжета оцениваешь? А. Мне бы хотелось точно знать. ХП далеко не полное, но понимаю, что тут есть апгрейды ХП, и определенное их количество мог легко упустить. Что-то мне не нравится этот персонаж. Синий шар. Мне не нравится, что это все-таки ближний бой. Сейчас сдохну. Как-то обидно завершать стрим на самом конце. Потом, здравствуйте, сегодня мы будем валить последнего босса. Прошло 15 минут. Все, всем спасибо, всем пока. Спокойной ночи, Зенон. Да, это все виноват Клод. Во всем виноват Клод. О, сюда можно зайти. А, тут шар надо поставить. Ой-ой-ой. И сюда надо поставить шар. Я пытаюсь поставить.
И водопад сейчас чизит. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ладно, в принципе, я же все равно потом планирую еще один квест, так что можно... Примерно полчаса от игры осталось. Ладно, все-таки люди спать хотят. Я думаю, я просто могу после этой игры запустить другой квест. Сейчас посмотрим, смогу ли я это пройти. Я уже вижу, что мне не нравится персонаж. Ладно, может сейчас завершу. Давайте, наверное, сейчас завершу, правда. Все, давайте тогда... Во-первых, я вижу, что этот ран у меня, скорее всего, уже слит. Мне нужно начинать новую попытку с другим персонажем, с более полноценным, более стреляющим. Тогда эту игру продолжим на следующей неделе. На этом пока все тогда. Увидимся. После этой игры тогда какой-нибудь другой без запущу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся.